Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас в студии нового шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Ну что, Алексей, много ты закаточек сделал в этом году? Кстати, я еще тот дачник, но по правде огород это не мое. Тем более, какой огород, если дача чужая? А чужая дача — чужие соседи. А у соседей яблоки всегда вкуснее. Ну, если ты понимаешь, о чем я. Леша, ну тогда я тебя поздравляю, ведь сегодня день малинового варенья. Праздник это, конечно, неофициальный, но я думаю, тебя это вряд ли остановит. Еще наши предки считали, что в этот день поспевает самая вкусная малина. Я вот только не знаю, что мне дальше делать с этой информацией. Надо сказать, что от нашего сегодняшнего разговора сразу хочется немного перекусить. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Мы рады видеть в студии программы «Подъем» известного белорусского дизайнера Апти Эзиева. В гостях у нашей программы Апти Эзиев. Модный белорусский дизайнер расскажет об особенностях своей профессии, поделится тонкостями своей работы и поделится некоторыми секретами своего успеха. Апти, привет! Привет, ребята! Привет! 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 Здравствуйте! Привет! 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 Красоты много сегодня будет. Апти, как вообще пришла в голову тебе идея стать дизайнером? Потому что я знаю, ты являешься тренером по настольному теннису. О, я занимался спортом, теннисом, но тренером не был никогда. У меня был тренер, я не был, я был учеником. Но я еще в 7-м году бросил спорт, занимался профессионально. Одеждой я начал заниматься, когда я поломал игровую руку. Получил 3 перелома с смещением, уже нельзя заниматься профессионально. А как так ее поломал? Я был таким достаточно агрессивным парнем. Это то, что сейчас сказывается в моей одежде. Я в школе постоянно волейбольным мячом не играл, а выбивал стекла, ходил по школе, короче. Ты плохиш, что ли, да, получается? Мне это заводило, не знаю почему. И, короче, вот и когда я заканчивал 11 класс, он сказал: помнишь, ты как себя вел? И, ну, десятку это не поставлю годовую, девятку не поставлю. Но если сдашь одну эстафету, то получишь там хотя бы 8-ку годовую. Ну, эстафета была, нужно было разбежаться через планку металлическую, перепрыгнуть. Ну, вот я перепрыгнул, на нее приземлился, и вот. Переломы со смещением. Да, и вуаля. И вот и спортом завязал, ну и вот. Теперь сижу тут. Апти, скажи, как ты решаешь, что надеть сегодня? Ну, это происходит абсолютно спонтанно. Кстати, очень важный момент в моей профессиональной деятельности – никогда не утюжу одежду. Абсолютно. Почему? Потому что на месте, когда вот я просто даю, вот я беру ее в руки и говорю: так, ты должна быть ровно, и она становится ровно. Не знаю почему. Это реально факт. Я вообще никогда не утюжу одежду, только во время сборки своей одежды я могу ее утюжить, а когда уже я ее начал носить, нет, никогда. Это факт. Уже 12 лет так. Не знаю, вот эти брюки не утюжены. Я просто на расстоянии паром что-то прошелся, но не утюжу. А по поводу, как я начинаю свой день внешне, это абсолютно импровизация, в зависимости, куда мне надо, какой случай, либо это магазин, либо это какая-то бизнес-встреча. Но даже на бизнес-встрече я приезжаю в шортах, чтобы обо мне не было там мнения, что я приехал в костюме, а во дворе бегаю в шортах. Какой я есть, такой я есть. То есть в зависимости от случая и стараюсь не подстраиваться. Жизнь вот одна. Вот дресс-код ты не подстраиваешься? Абсолютно нет. Недавно я посещал вечеринку, меня пригласили в качестве там VIP-гостя, дали приглашение, даже не умудрился прочитать, что там дресс-код в черном, я приехал в белой майке, и меня развернули, сказали: парень, иди, переодевайся. А я ездил, ну, поехал спокойно, переоделся, правила для всех одни, и неважно, кто ты и какого статуса. Расскажи, пожалуйста, про то, что сейчас надето на тебя. Я не произвожу обувь и нижнее белье. Абсолютно одежда вся моя. Абсолютно. И аксессуары, и only. Я ношу 12 лет только свою одежду, я не хожу в чужие магазины. Для меня, чтобы мне зайти в какой-то магазин, где одежда, это стоп. Я останавливаюсь, и мои друзья заходят. Там, если мне надо какую-то спортивную там обувь купить, я стою. Хожу. Почему у тебя этот стоп есть? Ну, возможно, когда... Я не знаю, может быть, не у всех так дизайнеров. Возможно, во-первых, я не дизайнер, я человек. Надо начать с этого. И когда ты создаешь какое-то изделие, то ты машинально вспоминаешь, что ты заходил в какой-то магазин, там видел какой-то определенный элемент и боишься применить его, то есть обмануть самого себя. Потому что я каждое изделие создаю вот, ну, из души, то есть вот без задней мысли, там я ничего не смотрю, я рисовать не умею. То есть поэтому вот ходить по магазину для меня такое ощущение, что потом это в своих коллекциях можно применять, но не, ну, подсознательном уровне каком-то. Поэтому не хочу играть в опасные игры. Апти, вот у тебя вот много опыта в дизайнерском деле, да? Ты вот все-таки волнуешься, когда показы твои проходят? Волнение какое? То есть собирается аудитория, допустим, там российская, на российской площадке, там, да, и
вмещаемость зала там от 700 до 1000 человек, и ты несешь ответственность перед ними, потому что, знаете, вот взять, допустим, Россию, она большая, я кавказец, и на мои показы слетаются из других, там, допустим, там, из Чечни, там, из Дагестана, они покупают билеты на самолет и летят, чтобы показ посмотреть. А если ты какую-то там... быть оправданным, да, мало оправданным. Ли, там, на расслабоне накидал, типа, да, заходила в Барановичах и в Москве залетит. Нет, такое не катит, потому что люди готовятся, и они готовятся за долгое время, и поэтому ты должен соответствовать не только там в качестве исполнения самого показа, а чтобы люди остались довольны, их нужно потом кормить после показа, собирать их, как-то общаться, то есть быть на виду, фотографироваться, такой целый процесс, но нельзя быть, ну, лохом, правда, то есть лох — понятие растяжимое. Апти, ты говоришь о том, что каждую свою вещь ты делаешь с душой, от души душевно в душу, ну, я так условно говоря. Си. Бывают ли у тебя творческие кризисы? Если да, то что ты с ними делаешь? Скорее всего, творческих кризисов 12 лет не было, потому что меня за уши в эту деятельность никто не притянул. Это мое собственное желание, это мой путь, который я прохожу. Поэтому кризис может быть у тех людей, которые занимаются не удовольствием, а работой. Я работой не занимаюсь. Вот. Поэтому кризисов не было. Но когда у меня, допустим, нету заказов, нету показов, я лечу в Испанию и занимаюсь там спортом. Просто в Испанию на воркаут какой-то? Sí. Hablas español? No. Un poco. Мы продолжаем эфир нашего утреннего шоу «Подъем» на телеканале TNT International. И у нас в гостях известный белорусский дизайнер Апти Азиев. Привет, ребята, еще Привет раз. Привет еще раз, да. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, ты вот вообще на какие-то тренды, бренды ориентируешься или чисто вот, ну, на свое видение и пофиг на всех? Пофиг на всех неправильно. Действую, живу, создаю интуитивно, как фристайл. Полная импровизация. Я не знаю, что в тренде в следующем году, какой цвет, что нужно смешивать. Там кто-то говорит, что нужно в одежде сочетать 3 цвета. То есть я стараюсь. Меньше знаю, лучше сплю. Вот. Поэтому это происходит просто вот. Все, как душа лежит. Да, ткань перед тобой, ножницы, оборудование рядом. И это вот прямо здесь, сейчас. Это как танцы, танцевать здесь, сейчас. Ориентируюсь на бренд Апти Азиев. Как ты считаешь, в Беларуси мода вообще развивается как-то? Или на одной руке можно посчитать каких-то талантливых людей? Скажу честно, что все мое модельное агентство. У меня 30 ребят в команде, 15 девочек, 15 парней. А я их всех встретил на территории Беларуси. И скажу, что Беларусь, во-первых, это страна, где самые красивые люди, это факт. Где я только не был, наверное, еще не был в Северной Корее. Он из Северной Кореи. Во-первых, они отзывчивые, они трудоголики. И вот еще пару лет назад я говорил, что Минск станет центром, где люди будут приезжать и оставлять тут большие деньги, открывать бизнесы, потому что это город развивается, улица Бразил, много очень, там Минск-арену построили, Чижовку-арену построили, нам прилетают известные звезды. То есть город расширился, люди, правда, стали намного свободнее, они стали проще. Те же взять, у нас электрокары появились, там появились эти электросамокаты. То есть это вот уже вот, люди становятся свободные, воспринимают одежду уже не как, что вот на тебя надо смотреть на идиота какого-то. Это нормальное явление, и белорусы одни из самых сильных людей, и благодаря этой стране я здесь получил образование, я здесь бесплатно отучился, и я здесь тем, кто я есть сегодня, это благодаря Минску, поэтому здесь реально крутые люди. Апти, спасибо большое. Мы каждому своему гостю предлагаем сыграть в одну интересную, mm-hmm. но очень простую игру. Okay. Ты готов? Ну, давайте попробуем. Давай попробуем. Апти, правила абсолютно простые. Мы тебе будем показывать картинки, на которых люди в каких-то странных нарядах. Люди это известные. Ты должен попытаться угадать, что это за знаменитость. Вау, ну окей, давайте попробуем меня поставить в неловкое положение. Итак, первая картиночка. Ну, судя по людям, которые стоят позади, плакат это Россия либо Беларусь. Это может быть, боже, не знаю. Это правильно, это Россия. Это вообще... может быть какой, не знаю, Киркоров там. Киркоров, все верно. Ого, вау, ого, ты молодец. Итак, внимание, вторая картинка. Ага, это может быть. Нравится лук? Лук крутой, не знаю, а-ля стиля, конечно, Дэвид Бекхэм, но навряд ли это он. Но может, Дэвид Бекхэм. Нет, это не Дэвид Бекхэм, а это Джаред Лето. И третье задание. Ага, ага, по охраннику, найках, кроссовках. Либо это Бейонсе. Либо Леди Гага, либо Риана. Надо выбрать. Окей, Бейонс.
Это Леди Гага. Да. Да. Но ты вообще в правильный, да. Да, молодец. Нет, все, молодец, ты отлично справился. В принципе, не обязательно тебе знать, во что они одеваются. Тебе главное знать, что у тебя в голове придумано, и одевать белорусов. Апти, я знаю, что ты приготовил для наших телезрителей какой-то подарок. Расскажи, что в этой коробке. Упаковка деревянная. И это один из моих проектов. У меня их всего будет 9. Это проект... если не ошибаюсь, то есть начало буквы моей фамилии. Mm-hmm. В каждом проекте лежит что-то, и когда люди приобретут 9 проектов, они смогут собрать полный пазл, лук. Да? Да, 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 пазлы, да, полный образ. И это здесь находится, покажу, в кожаный кошелек. Ой, как красиво. Можно я открою? Да, да? Конечно, да. Это как и женская как модель может быть, как... и как и мужской портмоне может быть. Mm-hmm. Вот, то есть унисекс-модель. Можно? Можно. Оля, ты тоже сможешь получить этот кошелек, если тебе повезет в нашем конкурсе, и если ты в нем поучаствуешь на общих основаниях. Для этого нужно всего лишь ничего. Подписаться на инстаграм Апти, подписаться на инстаграм нашего утреннего шоу «Подъем», написать комментарий под сегодняшней фотографией, и с помощью генератора случайных чисел мы вычислим, кому же достанется этот кошелек от Апти Изиева. Апти, спасибо большое, что заглянул в студию нашего шоу «Подъем». Апти, спасибо большое за беседу. Я думаю, что нашим телезрителям было очень интересно послушать про моду в нашей стране. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. Сегодня пятница, 16 августа, и в этот день всемирно известному кинорежиссеру Джеймсу Кэмерону исполняется 65 лет. Джеймс Кэмерон – создатель таких культовых картин, как «Титаник», «Аватар» и «Терминатор». Его фильмы неоднократно ставили рекорды по кассовым сборам. Кстати, один из своих дней рождения Джеймс Кэмерон отметил погружением на дно озера Байкал. Представляешь? Я, конечно, не знаю, как он празднует свой день рождения сегодня, но я точно знаю, что наш следующий гость тоже непосредственно связан с кинематографом. В гостях у программы «Подъем» сегодня белорусский кинорежиссер Дмитрий Семенов-Олейников. В нашей студии Дмитрий Семенов-Олейников. Фильмы этого белорусского кинорежиссера становились лауреатами международных фестивалей, а снятые музыкальные клипы и рекламные ролики хорошо известны как в Беларуси, так и за ее пределами. Куда ветер занесет, от болот и до вершин. Будь уверен, выживу в любой дыре. Привет. Привет, Митя! Здрасте. Свободная касса и первый вопрос. Скажи, пожалуйста, в каком возрасте ты обнаружил у себя какие-то таланты и тягу к кинематографу? Лет, наверное, в 14-15 мне захотелось что-то снимать, и мы с друзьями снимали что-то наподобие GKS-а. Ну, всякие... Прыгали там, в снег, там... Ну, как любые дети. Да, пробовали. Да. Катались с горы, там, в колесе. Ну, короче, снимали это на камеру. Дмитрий, ты закончил московский ВГИК, да, верно? Да, высшие курсы кино и телевидения ВГИК. Можно ли в Беларуси получить хорошее образование в сфере кино? Я не могу сказать точно, потому что я здесь не учился именно на режиссерском, я учился на актерском у нас. Mm-hmm. По поводу актерского образования могу сказать, что здесь его получить можно, и можно получить его хорошего качества, если ты сам действительно будешь очень много работать. По поводу режиссерского образования, я не учился у нас только потому, что я понимал, что у нас нет мастеров. Они есть, но нет именно тех людей, которым, допустим, я могу 100% там довериться, да. Они либо там уехали куда-то в другие страны, преподают где-то, ну, не у нас. Не знаю, почему так случилось, но я понимаю, что у нас есть большая проблема с преподаванием кинорежиссуры именно, это точно. Или те, кто, как мне кажется, в принципе, могли бы быть хорошими педагогами или там мастерами, да, они... Там, сами сейчас в профессии и курсы не набирают. Митя, я вот в курсе, что ты в прошлом году закончил работу над фильмом «Франко». Расскажи, пожалуйста, о этой работе. Значит, это фильм, который снимался на киностудии «Беларусьфильм». Он был один из 4 фильмов в «Альманахе». Тогда запускался «Альманах», который назывался «Война. Остаться человеком». И вот, собственно, я был одним из 4 режиссеров, которые снимали военные истории. «Франко» — это короткий метр.
То есть это одна из новелл, которая вот там была. А где твой бог раньше был? Как бы я считаю, что в целом, мне кажется, эксперимент, наверное, больше удался, чем не удался. Но, конечно же, хочется. Мне, как молодому режиссеру, хотелось бы, чтобы на киностудии на нашей снималось больше именно каких-то разных жанровых фильмов, не только про войну. Дмитрий, а если бы тебе, предположим, дали там миллион миллиардов долларов, какой бы ты фильм снял? На самом деле, хороший фильм делают две вещи. Три. Это хороший сценарий. Это, на самом деле, самое главное. Пока, когда еще ничего нет на уровне идеи. То есть сама история. Это актеры, наверное, режиссер. Хотя, мне кажется, вот основное — это именно сценарий и актеры. Поэтому, наверное, я бы вложил основную часть именно в то, чтобы найти классную, оригинальную историю. Смотри, а вот твои фильмы постоянно участвуют в каких-то международных показах, фестивалях. Вот насколько это важно для продвижения, и, может быть, какие-то предложения тебе поступали? Это важно, мне кажется, абсолютно важно. Быть где-то на фестивалях, на смотрах каких-то, да. И в нашей стране тоже. В первую очередь это, это продвигает сам фильм. Зритель о нем там узнает, там журналисты пишут какие-то свои статьи по поводу фильма. Естественно, это привлекает внимание. Можно снять фильм и положить его на полку, да. Можно его положить в интернет, но его тоже не факт, что там найдут там другие люди, да. Если у него есть какая-то история, история в том смысле, что его видели там кинокритики, журналисты, другие зрители, которые об этом стали говорить, писать на форумах, делиться своими впечатлениями, делать репост. Понимаете, тогда происходит этот момент, что он становится интересен тем людям, которые вообще про него ничего не знают. Потому что здесь самая такая большая задача — это достучаться до других людей. Мы снова в студии утреннего шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. И у нас в гостях белорусский режиссер Дмитрий Семенов-Олейников. Дмитрий, я знаю, что ты снимаешь еще музыкальные клипы, да? Как работа в этом жанре отличается от киносъемок? Первое, что сразу какое отличие, это то, что кино всегда длинные кадры есть. Помимо текста и так далее, да, кадр гораздо длиннее всегда, чем клип. Для клипа это абсолютно, не обязательно, да, клип можно делать какими-то короткими шотами, нету диалога, хотя сейчас уже есть и диалоги, с большего это первое такое основное отличие. Сказать, что сложнее, кино, конечно, сложнее. Как вы там живете? Хорошо живем. Оля позавчера кошку принесла. Кошка! Не кошку, а котенка. Он так мяукал, что мне его жалко стало. Как назвали? Андрюша назвали. Нет, Нюша. Нюша назвали. Вам там не будет тесно? Нет, ты знаешь, я вообще из-за этого котенка уже хотел переезжать в двухкомнатку. Серьезно? Да, но потом подумал... Максим, да не за него. Нужно будет расширяться, правда? Да. Ну что? Давайте шампанское. Не могу. Завтра на работу. Мама. Не могу. Мам, у нас повод есть. Какой? Хороший. Мама. Мы с Олей решили создать семью. Да вы что? Дети мои. За это нужно обязательно выпить. Оль, иди ко мне. Поздравляю. Спасибо большое. Андрюш, иди сюда. Андрей, подойди. Да ладно, не зови его, потом скажешь. За тебя. Давай. За вас. Получаешь удовольствие от того, когда ты снимаешь клипы? Клипы, да. Для тебя это творческий процесс? Я вообще так скажу. Любому режиссеру, вообще любому творческому человеку, который чем-то занимается своим видом деятельности, да, надо любить сам процесс и сам... то есть даже если это сложно, даже если это очень тяжело, в плане организации этого всего, да, это много нервов. То есть площадка — это место не самое позитивное на планете Земля. Где все всегда идет гладко, никто не орет и не
не ругается. Всегда все идет не так. Чаще так. Всегда ты всегда тянешь какой-то большой камень в эту гору, грубо говоря, да, на съемку. Неважно, клип это снимается, там клип большого артиста, там не очень большого, вообще не важно. Съемочный процесс это всегда идет, это такое сопротивление действительности, там, да. Кто-то не пришел. Что-то сломалось, отключилось, ой, света нету, еще что-то, и всегда надо быть, как сказать... Маневренным. Ну, да, маневренным, и либо как-то искать какой-то компромисс с действительностью. Вот снимаешь-снимаешь, бах, начался дождь, что ты будешь делать, а тебе нужно солнце. А что ты делаешь? Ну, либо снимаем и оправдываем это как-то, ну, дождь, хорошо, о, классно, в этом есть что-то интересное. Либо если по-любому только солнце, значит, мы ждем, пока закончится дождь, а что делать? Слушай, а если взять вот рекламные ролики, которых тоже немало в твоем портфолио, то это для тебя способ заработка, либо ты тоже как-то тебе нравится там креативить, там как-то, ну, мягко говоря, навязать кому-то продукт, либо нативно ввести его в массы? Я с этого начинал изначально. Я снимал именно клипы, потом появились рекламные ролики, да. Таких амбиций у меня быть постоянно там режиссером, который снимает только рекламу, у меня нету. То есть поэтому, ну, я могу сказать, да, что это изначально как больше заработок, да, потом уже творчество, потому что здесь у рекламы простая задача всегда, продать. Да? Продать, mm-hmm. да, нужно сделать так, чтобы этот продукт понравился смотрящему, да, или вызвал какие-то эмоции, которые бы там заставили его почему-то, зачем-то себе приобрести, в первую очередь, да, поэтому каждая реклама, ну, в основном это, ну, посыл именно такой, ну, помимо там скрытых всяких вещей, там, которые есть что-то веселое, что-то там грустное, что-то такое стильненькое, что-то, наоборот, безумное. Там, да? Безразмерные леггинсы, там, например, которые... из магазина на диване. Те самые, да? Да. Дмитрий, скажи, пожалуйста, а ты сейчас над чем-то работаешь? Над какой-то картиной, над какой-то каким-то клипом? Да, мы готовим сейчас большой кинематографический проект, полный метр. Я пока не могу разглашать, к сожалению, но да. Это интересно для тебя? Это то, чем я бы хотел заниматься всю жизнь. Слушай, хочу тебе предложить сыграть в одну очень несложную игру. Смотри, суть игры заключается в следующем. В свое время пользователи интернета создавали такие постеры, типа мемы на какие-то кинофильмы. И угу. тебе, ну, мы сейчас будем показывать их на планшете, тебе нужно будет отгадать, что это за фильм. Угу. Поехали. Итак, первое задание. Это постер? Это постер. Это Терминатор? Это Терминатор, совершенно верно, да, Митя. Да. Второе задание будет посложнее. Угу. Итак, да, задание номер два. Так, тут надо подумать. Это пирамида какая-то внизу, да? Много черненьких, мало красненьких. Господи, что же это? Очень мало красненьких. А черненькие окружают, подходят, скоро с тыла зайдут. Речь о древнем мире. Давай, возвращаемся. Древний мир. Ну это трое, что ли? Нет, не трое. Не нет. трое, чуть побольше их было. Побольше? А, 300 спартанцев, да? 300 спартанцев. Чуть побольше. Добавь 2 нуля. Ну интересно, да. И последнее задание. Ну это криминальное чтиво. Криминальное чтиво. Да. Все. Мне кажется, Тарантино и кровь, да, это прям то, что нужно. Все. Митя, дай 5, ты справился. Сейчас не упади со стула. Говорят, что Тарантино похож на меня. Или ты на Тарантино. Ну, по-разному говорят. Митя, молодец, отлично справился с заданиями. Просто как орешки наколол эти все постеры, задачки. Я думаю, в принципе, раз ты связан с кино, тебе это особые задачи не составило. Дмитрий, я знаю, что у тебя есть небольшой подарок для наших телезрителей. Расскажи нам о нем. Это хлопушка, кинохлопушка. Она небольшая, но для начинающего молодого какого-нибудь режиссера. Или... Можно снять, как летит яблоко с дерева. Можно. Дубль раз, и ждешь, пока оно упадет. Ну, то есть она абсолютно рабочая, она новая, как бы можно снимать. Может, ты ее подпишешь? Номер кадра, да, я могу ее подписать, будет вообще
Я думаю, было бы приятно очень, да? Чтобы побороться за этот приз, ничего сложного делать не нужно. Все как обычно. Нужно будет подписаться на инстаграм Дмитрия, на инстаграм нашего утреннего шоу «Подъем», написать любой комментарий под фотографией, а мы с помощью генератора случайных чисел вычислим, кому же повезло в этот раз. Отличный подарок. Отличный подарок. Я бы на самом деле сам себе такой приобрел. Спасибо большое. Мы снимаем... Это все равно вырежут. Хорошо, что я так думаю. Дмитрий, спасибо большое за интересный разговор. Я думаю, что нашим телезрителям было очень интересно узнать немножечко о кино. Надеюсь. Спасибо большое. Спасибо. Хоть сегодня и пятница, и хочется закончить работу пораньше, но мне все-таки немного грустно расставаться с нашими телезрителями на выходные. Леша, не грусти, ведь мы увидимся уже на следующей неделе. Ну, тогда все нормально. Вы смотрели утреннее шоу «Подъем» на телеканале ТНТ International. У нас только самые интересные гости и классные видео. До свидания, дорогие телезрители. До новых встреч, друзья.